Всем привет! О раздельном сборе мусора много лет говорится уже везде и повсюду, в средствах массовой информации, но что мы видим? Во-первых, указатели, этикетки, в какой контейнер что бросать. В нашем дворе этот контейнер появился с неделю назад. Конечно, я теперь сюда выбрасываю пластиковые бутылки, посуду пластиковую. А вот жители нашего подъезда, увы, нет, по привычке бросают в обычный контейнер. Как воспитать культуру? Как воспитать сознание? Как объяснить людям? Используйте возможность, сортируйте свой мусор. Но, увы, увы. Увы.